Привет! Вы на канале про продукт. Как хранить соленую семгу дома? Семга – одна из вкуснейших океанических рыб. Она обладает большой пользой не только в тушеном или вареном виде, но и соленая. При этом соленая рыба является настоящим деликатесом. Конечно, экономные хозяйки предпочитают солить продукт самостоятельно, а не покупать уже готовую, так как это значительно выгоднее. Так как семга – крупная рыба, часто встает вопрос о том, как хранить соленую семгу. Основные рекомендации. Как правильно хранить соленую или малосольную рыбу, знает не каждая хозяйка. В этом вопросе имеются свои тонкости. Купленную в вакууме рыбку нужно распаковать непосредственно перед употреблением. В заводской упаковке она пролежит в холодильнике весь заявленный срок, если условия соответствуют требованиям. Открытый продукт нужно употребить в течение ближайших суток. Если рыбка была заморожена, то размораживать ее необходимо только естественным путем. Только так она сохранит свою структуру и вкусовые качества. В комнатной температуре хранения продукта невозможно. Буквально за 2-3 часа рыбка потеряет свою первоначальную свежесть. Срок годности семги в рассоле зависит от концентрации раствора. Крутой раствор способен сохранить рыбку до 30 дней. Поэтому для более долгого хранения достаточно покруче засолить морепродукт. Это основные моменты в вопросе, как хранить семгу в домашних условиях, требующие отдельного внимания. Кроме них стоит выделить нюансы, касающиеся каждого способа хранения соленой семги в отдельности. В холодильнике. Предпочтительно хранить семгу в холодильнике. Как уже упоминалось выше, купленную в вакууме слабосоленую рыбу держать необходимо в запечатанном виде. Открытая малосоленая рыбка испортится буквально за один день. Большое количество засоленной рыбы в холодильнике стоит сохранять в рассоле. При этом чем солонее жидкость, тем дольше срок. Сохранить соленую рыбку в слабом рассоле получится не более одной недели. Если увеличить концентрацию соли, то можно выгадать в хранении еще неделю и продлить до 15 дней. Крутой раствор удержит семгу в хорошем состоянии месяц. Но важно изначально засаливать морепродукт в нужной концентрации. Совет. Если требуется увеличить срок хранения в холодильнике, нужно нарезать филе ломтиками, уложить в стеклянную емкость и залить маслом так, чтобы оно полностью скрыло продукт. Такой способ в нужном температурном режиме, не выше 5 градусов, способен сохранить морепродукт 3 месяца. В морозильной камере. Если малосольную рыбу стоит съесть сразу, то сильносоленую можно подержать подольше. Но как быть, если соленой рыбки получилось довольно много? В таком случае отличным решением станет заморозка. В таком виде можно хранить рыбу до 6 месяцев. Нужно засолить рыбу, извлечь из рассола и нарезать порциями. Завернуть каждую из них в пищевую пленку или целлофановый пакет и убрать в морозилку для заморозки. Затем рыбку можно доставать порциями и размораживать. Важно выполнить разморозку максимально естественным путем. Сначала лучше переместить кусочек в холодильную камеру, а через несколько часов в условия комнатной температуры. Хранить в морозилке можно долго, но этот способ имеет несколько нюансов. К завершению срока годности семга становится бледной и теряет свою сочность даже при правильном подходе к размораживанию. Кроме того, заморозка лишает продукт массы полезных веществ и витаминов, поэтому к такому методу стоит прибегать только в крайних ситуациях. Лучше хранить в заморозке свежую рыбку и засаливать ее постепенно, извлекая небольшими порциями. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.